Нанесение надписей на форму. Спортпринтем. Здравствуйте, дорогие друзья! Компания «В спорте РУ» совместно с Северной лигой ЛФЛ рада приветствовать вас в этот замечательный, уже по-настоящему летний день на главном стадионе округа Севера, на главном стадионе данной лиги. И сегодня, буквально с минуты на минуту, здесь начнется увлекательный поединок 33-го тура первого дивизиона, в котором отношения будут выяснять сражающиеся за повышение в классе коллектив Александра Гавриленкова «Смена» и коллектив, который напротив, нынешний сезон вряд ли может занести себе в актив, но тем не менее, все равно, учитывая, что он является для них дебютным, все равно является новым, интересным и от этого все более и более значимым. Главный арбитр встречи Алексей Сергеев уже готовится дать свисток, возвещающий о начале этого противостояния. Ваш комментатор на ближайший час Никита Лаврентьев. Бинго-бум, смена, смена, бинго-бум, как хотите, так называйте. Но все-таки, если следовать официальному протоколу, то номинальными хозяевами сегодняшнего поединка считаются именно футболисты в сине-белой форме. И именно с них и начнем знакомиться со стартовыми составами играющих сегодня команд. Футбольный клуб «Смена» в первом тайме располагается слева по телевизионной картинке и начинает матч в следующем сочетании. Олег Шибзухов номер один в воротах у команды. Дмитрий Капустин номер 17, Сергей Кабанов 5 и Илья Филаткин 3. Линия обороны. Александр Гавриленков 7, Ратина Дарай 6, Денис Филиппов 28 располагаются в центре поля. На острие атаки Игорь Вековищев номер 4. Футбольный клуб «Бинго-бома» играет в традиционных для себя цветах. Белые футболки с традиционными, исходя из истории команды, верхними вставками сине-черных цветов. Ни для кого не секрет, что долгое время «Бинго-бум» назывался футбольный клуб «Интер», но с появлением, а вернее с переходом экс-северо-восточного коллектива с таким же названием на север, было решено сменить название команды, был найден тот самый нужный компромисс, и вот «Бинго-бум» уже два сезона, как называется так, именно в том году с этим названием команда выиграла золотые медали дивизиона 2Б и добилась повышения в классе, дебютировав в этом сезоне в первой лиге. В воротах у «Бинго-бум» сегодня Амарасхап Алиев номер 1, Максим Рамазанов 2 в центре обороны, по краям Ахмед Шамсудинов 92 справа и Сабир Магомедов 13 слева, Вахтан Казманов 27, Алан Кусаев 55 и Евгений Коваленко 20. В полузащите у «Бинго-бум» сегодня матч начинают. На острие атаки Абдурахман Магомед Абдулхаликов, у него на спине номер 10. Достаточно обширная заявка у «Смены» на сегодняшний матч. Сразу 6 футболистов. Вот только сейчас обратил я внимание, что лишь 3 игроков сейчас там располагаются. Вообще «Смена» сегодня собиралась не то что с большим трудом на этот поединок, но не без приключений. Еще за несколько минут до конца предыдущей встречи матча «Аэрофлота» и «Ювенала» на стадионе присутствовало всего 8 футболистов в сине-белой форме. Но вот к началу встречи успели подъехать опаздывавшие игроки. И этот матч команда начинает в оптимальном на данный момент составе. Нет несколько важных игроков. Но, насколько мне известно, с самого начала было понятно, что они на игру не сумеют приехать. Речь идет о Василии Румянцеве, например. При этом необходимо понимать, что концовка сезона в первой лиге, у многих коллективов возникают определенные проблемы с составом, с сбором на игры. А здесь первый момент у ворот
Амарас Хабалиева возникает, и голкипер выручает свою команду, среагировав на удар Дениса Филиппова. Да, будем честны, выстрел 28-го номера не получился сильным, не получился точным, но тем не менее и этот момент мог завершиться голом. Но Алиев в ближнем бою свою команду выручил и сохранил пока на табло нули. Смена, безусловно, сегодня является фаворитом встречи, и дело здесь не только в турнирных раскладах. Необходимо понимать, что и у Бинго Бум есть определенные проблемы с составом. В частности, некоторые важные игроки обороны сегодня отсутствуют. И, например, Ибрагим Абдурахманов – это тот защитник, можно сказать, тот системообразующий защитник, который во многом и ведет игру своей команды. Те, кто давно не видели Бинго Бум в деле, могут сейчас несколько удивиться, увидев, например, на позиции одного из защитников Ахмеда Шамсутдинова. Но на самом деле 92-й номер букмекеров в этом сезоне, в этом футбольном году, достаточно часто действует на позиции крайнего оборонца, что, впрочем, не мешает ему достаточно часто отличаться в чемпионате. Предполагаю, что матч получится достаточно открытым, несмотря на то, что и те, и другие по-прежнему решают задачи на нынешний сезон. Как я уже говорил в начале трансляции, смена сражается за прямое повышение в классе. Команда Александра Гавриленкова располагается на втором месте в турнирной таблице и имеет небольшой запас перед группой преследователей, но больше допускать осечек нельзя ни в коем случае. Все это действительно чревато, потому как ни один, ни два, а сразу три коллектива только и ждут того самого момента, когда смена еще раз допустит осечку в чемпионате, чтобы максимально сократить отставание от второй строчки, которая дает по итогам первенства право на прямое повышение в классе. По большому счету, уже нет никаких сомнений в том, что Аэрофлот в следующем сезоне будет выступать в вышке. Сразу несколько факторов говорит в пользу этого события. Во-первых, хороший, отменный даже ход летчиков, которые крайне редко допускают осечки в внутреннем первенстве. И даже сегодня, вот за час до начала этого поединка, Аэрофлот испытывал определенные трудности в игре с Ювеналом, который в излюбленной манере играл от обороны, но в конечном счете не только сломил сопротивление оппонента, добился волевой победы, но и сделал это с разгромным счетом. Ну а если завтра летчики обыграют еще и гепардс, то, наверное, уже можно будет констатировать тот факт, что команда Игоря Кривошеева не опустится по итогам чемпионата ниже второго места. Потенциально голевой момент у ворот Бинго Бума, штрафной заработал Игорь Вековищев. Позиция, конечно, для правоногого футболиста, коим и является Сергей Кабанов. Достаточно много голов в нынешнем сезоне. Даже для самого себя Сергей Кабанов забил в последнее время могучими дальними выстрелами. В частности, именно его гол помог команде одолеть несколько туров назад «Тандер». 1-0 та встреча завершилась. Ну а вообще необходимо понять еще одну вещь, что смена в свое время, уже поигравшая в высшем дивизионе, возможно, где-то в душе и понимает, что в высшей лиге за высокие позиции побороться будет практически невозможно. Это ни в коем случае
не подстилание соломки заранее, более того, скажу, что это исключительно мое мнение, но разница между сменой и Аэрофлотом как раз-таки в том, что дружина Игоря Кривошеева, она постепенно поднимается с самых низов с третьей лиги Северного округа, и вот закономерно по прошествии 3 лет сейчас имеет возможность добраться до самого элитного дивизиона Северной лиги. Смена долгое время в этой самой элите выступала и несколько лет назад бесславно вылетела из вышки, набрав по итогам сезона всего 1 очко. Там, понятное дело, что не один раз в ничью сыграли по ходу турнира сине-белые, нет, там просто была неявка за несколько туров до конца чемпионата, а согласно регламенту это снятие определенного количества зачетных баллов. Вот, например, в этом году Пресня ровно в такой же ситуации оказалась в высшем дивизионе, уже близится к завершению чемпионат, и более того, сегодня утром футбольный клуб «Интер», о котором мы вскользь уже успели упомянуть в начале сегодняшней трансляции, закономерно по итогам 2 этапов первенства отпраздновал чемпионство, стал недосягаемым для всех конкурентов за 2 тура до конца чемпионата. Но в любом случае, возвращаясь к теме первой лиги, возвращаясь к сражениям за повышение в классе, в любом случае смена будет считаться в этой гонке фаворитом в пользу команды Александра Гавриленкова. Не только определенный очковый запас, но и, безусловно, опыт выступлений множества футболистов на самом высоком уровне. Даже вот в этом составе, который сейчас на поле, полно футболистов в свое время, поигравших в той же самой вышке, например. Ну а некоторые из них, выступая в том числе и за другие коллективы Северной лиги, бороздили поля ЛФЛ и в Еврокубках, отстаивая честь округа. Но согласитесь, вот по прошествии 11 минут игры никакого тотального преимущества со стороны смены и нет. Более того, скажу, что Бинго-бум действует ничуть не хуже своего оппонента. Вот так вот мы плавно перешли к турнирным раскладам и команды Абдурахмана Магомеда Абдулхаликова. Бинго-бум, к слову, в прошлом году во второй-то лиге выиграл золотые медали, в отличие от смены, которая была вынуждена довольствоваться лишь серебром в своей подгруппе 2-го дивизиона. Ну вот выступление в турнире, где и уровень сопротивления повыше, и матчи проходят на непривычной для многих флотской, которая, в отличие от Бескудникова, например, в разы шире, и, следовательно, больше объема работы необходимо проводить. Вот в этом сезоне смена выступает действительно лучше своего оппонента по сегодняшнему противостоянию. Количество набранных очков у смены в 2 раза больше, чем у Бинго-бума. По прошествии 32 игр у смены в активе 72 очка, у букмекеров всего 34. При этом Бинго-бум пока еще располагается вне зоны стыков за сохранение прописки. Сегодня утром Войка КЛВ сыграла в ничью 1-1 с Трувером и в режиме лайф сейчас опережает команду Магомеда Абдулхаликова на 1 набранный балл, но вот Бинго-бум свою встречу проводит только сейчас. И пока еще не выступает, а тут какой момент из центра поля. Пропускает голкипер Бинго-бум. Вот это да. Не уверен я, что
Александр Гавриленков целенаправленно пробивал по воротам оппонента, скорее действовал на опережение и просто, скажем так, разряжал обстановку. Но получилось, что называется, как нельзя лучше. И счет в сегодняшнем матче у нас открыт. 1-0. Смена выходит вперед. Возможно, этот гол и не вытекал из хода противостояния, но его преимущество от этого меньше не становится. Ну и тут же еще один стандарт. Сине-белые зарабатывают. Кабанов бить на этот раз не стал. Разыгрывает мяч с партнером. Но вот прострел от Ильи Бородина, появившегося на поле в одной из пауз. Вот его прострел не получился точно. Надараем. Неточная передача. Под прессингом оказался полузащитник и пытался по бровке найти кого-то из партнеров. Не получилось. Шамсудинов. Ну, а здесь нарушение правил. Александр Гавриленков затолкал уступающего ему по габаритам Ахмеда Шамсудинова. И в итоге арбитр встречи назначил штрафной. Шамсудинов играет с ближним. Кусаев направо, точно. Азманов обратно на Кусаева. Принимает 55-й номер, но очень неудачно. И позволяет таким образом Гавриленкову его обезопасить. 1-0. Экватор первого тайма у нас позади. И впереди фаворит. Не сказать, чтобы игра изобиловала высокими скоростями и постоянным давлением одной или другой стороны. Оно, в принципе, и не удивительно. Сегодня достаточно жарко в Москве, и команды вынуждены немножко беречь силы. Впрочем, опять же, повторюсь, есть возможности для ротации и с одной, и с другой стороны. По несколько футболистов располагаются на скамейках запасных, но пока не так много перестановок. Вековищев обязан был сейчас забивать, но Амарасхаб Алиев исправился за собственную оплошность минутами ранее и в ближнем бою вновь выручил свою команду. Похожий эпизод с тем, что мы видели в начале поединка, когда Денис Филиппов пробивал поворотом, но все-таки Вековищев — это форвард признанный, это мастер момента. 41 гол забил он уже в нынешнем сезоне, сейчас был близок к своему 42-му забитому мячу, но не позволил этому состояться голкипер Бинго-бум. Больше, чем у Вековищева, забитых мячей только у Евгения Кулакова из Аэрофлота. 45 голов. Именно между этими двумя игроками и развернется борьба за звание лучшего бомбардира первого дивизиона в нынешнем году. Надараем. Подача со штрафного. Вверх выигрывают защитники Бинго-бум. Магомед Абдулхаликов.
уже не в первый раз, на самом деле, очень хорошо занимает позицию Абдурахман Магомед Абдулхаликов и переигрывает Сергея Кабанова. Сейчас, правда, защитник не позволил убежать своему оппоненту на оперативный простор. Но уже не в первый раз, на самом деле. Кабанову приходится не сладко в борьбе с десяткой соперника. Капустин. Убивает мяч на чужую половину. И здесь вновь на подборе первыми оказываются букмекеры. Ну а здесь здорово сыграл в отборе Сергей Кабанов и от ноги соперника выбил мяч в аут. Капустин играет центр на Дарая. Один в один обыгрывает Вахтанга Азманова. Нет, прошу прощения, это под 21 номером. На газоне у нас появился Гарник Тавмасян. Саев играет назад, а вот это уже Азманов. Ловко избавился от мяча Шамсутдинов. Пока перекатывает мяч на своей половине поля. Букмекеры, не торопясь переходить на чужую половину. Саев. Хорошая передача в штрафную, момент и... И действительно, не было гола в этом эпизоде. Не знаю, надо посмотреть на повторе. Я почти был уверен, что в дальнюю штангу ворот попал Магомед Абдулхаликов. У вас, дорогие друзья, также есть возможность посмотреть этот эпизод на повторе. Но решение арбитра... Естественно, неумолимо. Не может же арбитр затем поменять свое мнение. Продолжает атаковать Бингабум. Еще один момент. И на этот раз мяч оказывается в воротах. И сравнивают букмекеры счет. 1-1 становится. Он на 22-й минуте. Заслуженно бело-сине-черные восстанавливают паритет. В начале игры игра была действительно равные, затем случился вот это вот несчастный случай с голкипером Бингабум и гол с центра поля. Но вот закономерно ближе к концу первого тайма паритет восстановился. При этом, конечно, нельзя
сказать, что незаслуженно свой мяч номинальные гости провели. Они действительно в последние минуты атаковали побольше своего оппонента. Действовали с искоркой, что ли. Вот по поводу смены такого сказать все-таки нельзя. Азманов играет направо. Дарая не сумел тут отобрать мяч у оппонента. Пингабум владеет инициативой. На самом деле, по похожему сценарию развивалась игра и на прошлой неделе, когда букмекеры сражались с практиком. Там тоже был быстрый гол, правда, с пенальти. Затем Бингабум постепенно перехватывал инициативу. В концовке первой половины и вовсе атаковали только бело-сине-черные. Но забить тогда не удалось, а в начале второго тайма практик провел второй мяч. И уже после этого акулы закономерно довели дело до победы. Бородин. Неточная передача. Здесь уже смена начинает заводиться. И на себя, и на соперника, и на судейские решения. Но на самом деле, вот на судью-то пинать здесь точно не стоит. Я еще не успел, дорогие друзья, своего мнения сложить по поводу эпизода с голым фантомом Абдурахмана Магомеда Абдулхаликова. В перерыве постараюсь повтор момента, что называется, покрутить и понять, был ли там гол или нет. Вы, дорогие друзья, можете свое мнение в прямом эфире озвучить в специальном чате, который доступен на сайте Ютуба. В динамике казалось, что Магомед Абдулхаликов попал в самую паутинку. Шамсутдинов упирается в заблокировавшего проход Илью Бородина. Это нарушение правил. Понятное дело, что никакого злого умысла тут не было. Но нарушение правил есть нарушение правил. И за 3 минуты до конца Бингабом получает право на хорошую попытку выйти вперед со стандарта. У мяча Вахтанг Азманов. Хороший выстрел, плотный, но чуть выше перекладины. Ну и будем честны, прямо по центру не должно было никаких проблем возникнуть у Олега Шебзухова. Пойди мяч чуть ниже. Коваленко. Идет вперед, пытается на скорости уйти от Бородина. Навес, неточная передача. Видимо, все силы на рывок потратил 20-й номер Бингабум. И уже передачу отдать точно не получилось. Очередные замены у смены произошли. Сине-белая команда опытная. И перестановки в составе нужны ей почаще. Чем оппоненту. Ратина Дарая очередной штрафной на себе зарабатывает. На этот раз с желтой карточкой. Абсолютно закономерное предупреждение для игрока
Бинго-бум. Ну и действительно, там классно избавился от опеки. Ратина Дара и выбирался на оперативный простор, но Марат Нурмагомедов не стал ничего придумывать. И попросту приобнял своего соперника, не пустив его вперед. Еще один толчок в спину, и вновь нарушение правил фиксирует арбитр. Быстро разыгрывает мяч смена. Дарая. Первый на подборе, играет направо. Бородин, навес, но это опять очень сильно. Вновь безадресно. Первый тайм себе в актив Илья Бородин занести абсолютно точно не может. Подходит к своему завершению первая половина этого матча. Наверное, стоит отметить, что бинго-бум был поинтереснее в стартовые 30 минут. Однако досадная ошибка голкипера на 14-й минуте не позволила букмекерам вести по итогам первого тайма. 1-1, дорогие друзья. Небольшая пауза перед возобновлением игры. Отдыхаем пару минут и возвращаемся на Флотску. Нанесение надписей на форму. Спортпринтэм. Завершился перерыв в матче 33-го тура первого дивизиона, в котором отношения выясняют смены и бинго-бум после старта 30 минут игры на табло 1-1 на точный выстрел Александра Гавриленкова с центра поля. Бинго-бум ответил своей результативной атакой. Пересматривал я сейчас в перерыве момент с участием Абдурахмана Магомед Абдулхаликова. Атака настолько стремительно развивалась, что даже наш оператор не успел за полетом мяча. Быстрая диагональная передача, удар в лед. Заслушали мы мнение всех сторон в перерыве, в частности, и самого арбитра встречи, и резервного рефери, который сказал, что после двух касаний каркаса ворот мяч теоретически даже не мог так выскочить. Но так как к истине мы в любом случае сейчас не придем, ни при каких обстоятельствах, предлагаю отложить обсуждение этого эпизода и продолжить наблюдать за ходом этого противостояния, тем более, что впереди у нас еще 30 минут встречи. Обеим командам нужна только победа в этом противостоянии. И сейчас к ней не близки ни одни, ни другие. Капустин. Включается в центр. Бьет с правой ноги. Не точно. Снова атаки бинго-бом. Прострел. Здесь никого из форварда соперника не оказалось. Лишь одинокие защитники смены.
А здесь здорово в обороне уже отыграл Максим Рамазанов, не позволивший Игорю Вековищеву поставить корпус и отыграться в стенку с Ратина Дарая. Еще один свисток досталось по ногам Игорю Вековищеву. Ратина Дарая показывает, что будет выполнять такую планирующую подачу на вратаря. А это больше на удар похоже, и на Дарая забивает. 2-1. Забивает смена в начале второй половины. Ну а Ратина Дарая наказывает своего оппонента за не то чтобы чрезмерную грубость, но за большое количество нарушений правил на своей половине поля. Надарая много доставалось в первом тайме. Один из самых взрывных и моторных игроков смены. Естественно, именно ему и доставалось по ногам, но Бинго-бум потратил меньше минуты на то, чтобы сравнять счет. Великолепное начало второй половины, особенно для нейтрального зрителя. И Абдурахман Магомед Абдулхаликов забивает свой 17-й гол в нынешнем сезоне. 2-2. Команды вернулись к исходной диспозиции. Второй раз в этой встрече паритет восстановлен. И еще один фол. Желтая карточка Ахмеду Шамсудинову. Ну и право на очередную опасность штрафной. На этот раз, правда, отсюда, правда, удобнее левоногого футболиста пробивать. Либо вот с правой ноги, шведой, закручивать мяч в створ. Посмотрим, какое решение Игорь Вековищев примет. Нет, бьет с левой, рикошет. И благодаря Алану Кусаеву мяч до голкипера не доходит. Подача. И на этот раз вновь защитники Бинго-бума разряжают обстановку в собственной штрафной. А здесь уже Денис Филиппов не успел оставить мяч в поле и зачем-то выбил его на отворот. Понятное дело, что аут в такой ситуации вблизи чужой штрафной был бы более разумным решением. Здесь можно и соперника попрессинговать, а теперь приходится возвращаться на свою половину. Благо, что атака у Бинго-бом не получилась. Шамсудинов хорош в подкате, прерывает передачу на Вековищева. Гавриленков, Кабанов. Еще одна передача вперед. Здорово грудью здесь Филиппов скинул мяч на Дарая. Раскачивает оппонента. И в итоге фолит. Поставил корпус. Здесь Алан Кусаев, раскусив замысел оппонента. И не пустил того к мячу. Подуспокоилась у нас игра после стартового во второй половине обмена любезностями. Но в очередной раз лишь продемонстрировали команды, что сегодня их устраивает только один результат.
Томасян на вес, но это очень сильно. Знаете, такое чувство, словно заколдованное вот это вот место. Ближнее к нам, а с правой стороны от комментаторской кабины. Сколько навесов отсюда в первом тайме неточных выполнили футболисты смены. Вот сейчас и Бингабум ровно такую же подачу исполнил. Неудачно здесь на своей половине сыграл Товмасян. Чуть было не придумал опасную атаку на свои ворота. Как сами футболисты говорят в таких ситуациях, заживал крота. Пошла игра без центра поля. Абсолютно мяч не задерживается в середине. Вот только что Ратина Дарая вроде бы мяч там подхватил и свою атаку организовал. Затем ошибся. И уже ответный выпад Бингабума в атаке. Букмекеры. Коваленко смещается в центр. Автор первого гола букмекеров в сегодняшнем матче. Но на этот раз его удар заблокировали. Шамсудинов. Это скорее удар был по чужим воротам. Здесь опять начинают придумывать вблизи собственной штрафной защитники. На этот раз, правда, защитники смены. И вновь эпизод опасной атакой. Не завершается. Еще замены. На этот раз отправляется отдыхать у смены Дмитрий Капустин. Возвращается Илья Бородин. Ну а в атаке номинальные гости. Османов. Играет в центр. Товмасян. Кусаев. Ищет возможность для того, чтобы пробить поворотом. В итоге ее не находит. Играет налево. Прошу прощения, направо, конечно же. Налево уже после этого отдавал передачу обратно Евгений Коваленко. И в итоге вновь атака голом не завершается. Нет, здесь пенальти арбитра не поставят, конечно же. Не в этом матче, по крайней мере, после вот опять же того эпизода, который случился в первом тайме. Сейчас было бы просто преступление по отношению к Бингабум в такой спорной ситуации поставить еще и пенальти в их ворота. Гавриленков идет вперед, Александр Гавриленков бьет в дальний угол и чуть-чуть не попадает. Алиев уже, казалось, был отыгран. Но выстрел с левой ноги у капитана смены не получился. Достаточно насыщенным получится концовка в чемпионате в первом дивизионе. Многим командам предстоит по два матча за уикенд проводить. В частности, сегодняшним соперникам на следующей неделе придется по два раза выходить на Флотскую. Смена сыграет с Москвой и Практиком. Бингабум сразится с Эдитой и Войко КЛВ. Также не будем забывать, что и смена, и Бингабум продолжают свое выступление в Кубке Севера. И Бингабум в раунде 1/16 финала сыграет с Бедой, некогда чемпионом высшего дивизиона. Смена, насколько я понимаю, а волею жеребия прошла 1/16 финала без матча, попав либо на Азимут, либо на Энергомаш. Более того, смена еще и продолжает выступление в Кубке Первой лиги. На прошлой неделе сине-белые в голевой перестрелке оказались сильнее МСК 800. Ну а здесь жесткий стык в штрафной. Смены. На газоне два футболиста. Досталось и форварду, и защитнику.
Вот Магомед Абдулхаликов поднимается с газона, поднимается оттуда и Илья Бородин, но, судя по всему, больше здесь досталось дефенсору смены. Он поболе, что ли, прихрамывает в сравнении с тем же капитаном Бингабум. Вриленков играет вперед на Дарая. Оказался в окружении сразу трех оппонентов и с честью выбрался из этой сложной ситуации. Подача и в красивом акробатическом этюде Игорь Вековищев там пробивал, не сумел толком приложиться по мячу и в створ его направить. А как здорово же сыграл здесь в центре поля Ратина Дарая. Казалось, уже все, съели его там, и невозможно из этого калейдоскопа выбраться, но нет, нашел он оттуда выход, проверил в домик оппонента, и в итоге на оперативный простор выбрался, выполнил затем подачу, но Вековищев не сумел преобразовать этот слаломный проход в забитый мяч. Ну и выровнялась у нас игра все-таки. Если в концовке первого тайма преимущество было на стороне Бингабум, то сейчас команды, что ли, поочередно атакуют с разной степенью опасности. Но шансы на победу сохраняются и у тех, и у других. Магомед Абдулхаликов. Нет, не вырвался из цепких клешней Сергея Кабанова. Пободались там соперники вблизи боковой линии. Ну и уже ответ. Ответ смены. Дарая. Не проходит его передача. Но с мячом остается шестой номер. И здесь в подкате разряжают обстановку бело-сине-черные. Здорово здесь отборолся Александр Гневчинский. В пару жестких стыков пошел. Вот еще один фол. Вновь достается на Дарая. Ну, отсюда уже сегодня шестой номер смены забивал. Почему бы не повторить подобный трюк? Свисток на Дарая, наброс, и на этот раз мяч в перекладину попадает, и запихнули футболисты смены все-таки мяч в ворота. Александр Гавриленков. Александр Гавриленков выводит смену в третий раз в сегодняшнем матче вперед. Тяжелый матч для судейства. Где-то, возможно, с элементом скандальности. И здесь вновь свою команду выручает Амарас Хапалиев. Несмотря на три пропущенных гола, два из которых, по большому счету, это именно вратарские ошибки. Алиев совершил еще с десяток добрых спасений. Исправляясь за эти самые промахи. Ну и напомним вам, что матч первого круга, по большому счету, также со скандалом небольшим прошел. Нет, по ходу самого противостояния все было достаточно спокойно.
смена добилась уверенной крупной победы со счетом 5-2. Однако затем, уже спустя несколько месяцев, по решению КДК, присуждено техническое поражение. Оказалось, что Александр Гавриленков с четырьмя желтыми карточками не имел права выходить на поле в этом противостоянии, но там случилась небольшая техническая атака, и в официальном протоколе встречи по каким-то причинам Гавриленков не был вычеркнут, и в итоге футболисты смены посчитали, что таким образом имеет право он принимать участие в матче. Оказалось, что нет, и таким образом спустя там уже туров эдак 6 справедливость была восстановлена. Пингабум присудили техническую победу. Ну и если провести такие нехитрые математические вычисления, то именно благодаря этой виктории можно сказать, что сейчас Бингабум находится вне зоны стыков за сохранение прописки. Но можно еще и сегодня спасти игру. Вот он момент! Хороший шанс был у подключившегося к наступлению Сабира Магомедова. Но с ударом в ближний угол Олег Шибзухов справился. Ну и думаю, что заключительные 10 минут этой встречи пройдут в нескончаемом штурме ворот Шибзухова. При этом смена, естественно, при возможности, при случае будет убегать в контратаке. И обычно говорят, что такие игры идут до гола. Если смена забьет, то все в этом матче будет ясно. Уже потихоньку начинают сине-белые подтягивать время. Понятное дело, сил больше не становится, а сейчас с каждой минутой цена ошибки будет только увеличиваться. Например, такой. В контратаку убегают бело-сине-черные. Нет, здесь Илья Филаткин в отборе сыграл хладнокровно. И с этим наступлением также сине-белые справляются. Магомедов, прострел, Надарая. И в итоге что? В итоге угловой. Не успел оставить мяч в поле Рати Надарая. Получает право на очередной стандарт. Номинальные гости. Подача. Момент. Шибзухов в ближнем бою спасает свою команду, реагируя на удар в нижний угол. Вот он момент, который мог и должен был, наверное, завершаться голом. Но Шибзухов оставляет на табло преимущество для своей команды. Посмотрим за ответом смены. Надарая. Хорошая передача по замыслу. Сумел на нее откликнуться Александр Гневчинский. Длины поля ему не хватило.
вперед пошел и Ахмед Шамсудинов. Любое решение судейское. Любое решение арбитра против Бинго-Бум сейчас очень жестко принимается всеми болельщиками команды и футболистами. Здесь Бинго-Бум на стадионе почти в полном составе поддерживает Шахтар. Ну а на Бровке, за ее пределами вернее, Фатулла Гусейн, видимо, лишнего наговорил арбитру. Поэтому попросили его судьи покинуть пределы стадиона. Ну а Бинго-Бум возобновляет игру из-за боковой. Штрафной. Чуть поближе подобрались подопечные Магомед Абдулхаликова. Отсюда, конечно, угрожать воротам уже в разы проще. Можно и прямым ударом пробить, и навесить штрафную. Но в итоге мяч попадает в находившегося в стенке Александра Гавриленко, который принял удар на себя и с большим трудом сейчас поднимается с газона. Думаю, что в ходе одной из пауз попросит он замену. Вот сейчас эта пауза возникла, но мяч оставался у Бинго-Бум, который быстро возобновил игру. Ну вот сейчас пауза. И показывает капитан смены, что готов он продолжить игру. Но замена другая состоится. Илья Филаткин покидает пределы поля. Ну и дабы ускорить этот процесс, арбитр дал свисток, возобновляющий встречу. Рамазанов носит мяч вперед. Здесь никому не удалось из футболистов Бинго-Бум зацепиться за снаряд. Ну и смена уже давненько так в атаке. Долго с мячом не общалась. Но здесь фол, безусловно, да. Откровенно оттолкнул руками Ахмед Шамсудинов своего оппонента. И смена получила право на еще одну передышку, на еще одну паузу, разбивая игру на эпизоды. Сейчас смена действительно мешает самому оппоненту во всех смыслах этого слова. Еще одна потеря. Здесь здорово в отборе сыграл Дмитрий Капустин, но затем передачу отдал неточно. Вторая. И все-таки отобрали у него мяч. Нужно теперь возвращаться назад. Фалит в Невчинский, но не до конца, потому как отпустил он в конечном счете оппонента, и тот продолжил движение. Ну а рефери, конечно, свисток в такой ситуации давать не стал. Но, тем не менее, эта атака опасным завершением не завершилась. Уж простите мне такую тавтологию. Ну, а здесь все-таки фол. Быстро разыгрывают мяч бело-сине-черные. Коваленко откидывает снаряд Азманову. И тут грузит уже в штрафную. Но даже до нее мяч не доходит.
Слишком слабой получилась подача. Ковищев играет в центр на Дарая. И отрабатывает в обороне великолепный Ахмед Шамсудинов. Не добежал бы сейчас защитник, и чистый выход 1-1 состоялся бы в исполнении Ратина Дарая. Ну а четвертый гол, как мы все с вами понимаем, четвертый гол — это убийство интриги. Отыграть два гола за минуту с небольшим будет, безусловно, невозможно. Еще один жесткий стык, но на этот раз без нарушения правил. Надарая пытается здесь сохранить мяч. Удар! И по пустым воротам Игорь Вековищев не попадает. Казалось, просто подставь голову и попадай в створ. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Гавриленков разряжает обстановку, выбивая мяч на чужую половину поля. А здесь еще и весьма кстати оказался Игорь Вековищев. Но не удалось ему за мяч зацепиться, не удалось его укротить под опекой оппонента. Тем не менее, это очередная пауза, очередная замена. И вот только сейчас возобновляется игра. Думаю, какое-то время, безусловно, арбитр командам компенсирует. Уже очень много было остановок. Очередной фол, Алан Кусаев фолит и зачем-то выбивает мяч на чужую половину поля. Если бы это сделали футболисты смены, безусловно, желтой карточкой бы завершился эпизод. Ну а сейчас говорить о том, что бинго-бум затягивает время, но это просто смешно. Мяч снова Ратина Дарая. Бьет шестой номер. Еще раз в перекладину попадает. Но на этот раз мяч за пределы поля уходит. Посматривает арбитр уже на свой секундомер. Бинго-бум, нужно торопиться, безусловно. Возможно, это последняя возможность организовать штурм ворот Шибзухова. Мяч штрафной. Магомед Абдулхаликов. Передача. Не проходит пас Шамсудинова. Тот сразу в отбор вступает. И на этом все. Хорошую игру мы посмотрели с вами, дорогие друзья. Завершилась она победой смены со счетом 3-2. Будет много разговоров по поводу итогов этого поединка, много сложных эпизодов, сложных моментов для судейства. Но в итоге финальный свисток арбитра сигнализирует нам о 23-й победе смены в нынешнем сезоне. Что ж, дорогие друзья, на этой ноте будем с вами прощаться. Вместе с вами за ходом этого поединка следил Никита Лаврентьев. Встретимся на полях Северной Лиги и до свидания. Разработка эмблем, логотипов и товарных знаков. Спортпринт-М.